Ah. Venha Madu. Vamos falar mais. Коштівська 13 часов днем, а ночью бродя по дому. Закон каталога Агнеси. Ну что, компот, чем занимаешься? А, ты тут уроки делаешь. А давай-ка лучше футбол погоняем. Ты же видишь, я занят. Иди поиграй с кем-нибудь еще. Я тут уроки учу. Ну ладно. Пойду немного прогуляюсь. Будешь со мной играть? Делать мне нечего. Мне надо танец готовить. Включи свет. Здравствуй. А я как раз к тебе. Ну, здравствуй, друг. В моем доме призрак. Бежим отсюда скорей. Ну и где он? Помоги мне, пожалуйста. Что теперь мы делать будем? Это из-за тебя мы влипли. Вот это удача. Правда? Советую не приближаться. Где это я? Отлично. Больше кукол в моей армии. Странно, что-то ни одного кота не видно. Нет, мы должны поймать еще трех зверей по указу шефа. В городе происходит что-то необъяснимое. Пропадают дома, пропадают жильцы, пропадают деньги в магазинах. Не может быть! С этим разобрались. Осталось разрушить вот этот желтый дом. Пошли. Комики. Ну ладно. Посмотрим, кто тут есть. А, ну что, поиграем? Ага. Тогда держись. Где же они? Спасибо, друзья, выручили. Я Миша, а я Лисик. Надо освободить остальных.